Всем привет! Я зарегистрировалась на сайте InstaForex. Нет, я не буду сама заниматься Форексом. Я подключу услугу автокопирования и подключусь к человеку, который это уже умеет очень хорошо, эффективно делать. Сейчас я покажу, как мы пополняем счет в данном кабинете. У меня уже счет верифицирован, потому что я хочу пополнить счет через карточку Visa или MasterCard. Для этого нужна верификация. Она заняла у меня 2 или 3 дня. Я отправила документы, первую страницу паспорта и прописку, и мой счет верифицировали. Сейчас мы опускаемся ниже. Раздел «Финансовые операции», «Пополнение счета». Здесь мы выбираем «Перевод с банковской карты». Опускаемся ниже. И я использую 2, 3, 4 систему. Pay Online. Так, сюда я пишу сумму, на которую я хочу пополнить свой счет. Это будет $500. Так, $1 у меня на счету есть, поэтому я ставлю 499. Согласен с условиями. Просмотр. Перейти к оплате. Опускаемся вниз. Выбираем страну. Email. Опускаемся вниз. Выбираем, какая карточка, Visa или MasterCard или Maestro. У меня Visa. Пишем номер карты. Срок действия. Имя карты. CVV-код. И наименование банка. Нажимаем кнопочку «Отправить». $499. Продолжить. Сейчас придет смс на телефон. Так, пришла смс-ка на телефон. Вводим код, который пришел. Submit. Так, все проверяем, все верно. Завершить. Средства были успешно зачислены. Перейти в кабинет трейдера. И вот на счету $500. Один был, 499 добавили. Пополнение на этом закончено. Следующий этап – подключение автокопирования.